Подскажите, пожалуйста, сколько можно вас просить не осуществлять здесь торговый день? Для вас на рынке выделены специально оборудованные места, бесплатные, для продаж. Подскажите, в чем проблема там осуществлять торговлю? Нарушение правил неминуемо влечет за собой наказание. Эти женщины уже не первый раз продают цветы прямо на автобусной остановке возле станции Мытищи. Ничто им не мешает вести свой бизнес в 100 метрах отсюда, под навесом, в комфорте и безопасности. Тем не менее, раз за разом они предпочитают обочину. Как это обычно бывает, официально заверенных ценников и лицензии на осуществление предпринимательской деятельности при них тоже нет. Но вы же понимаете, что город расширяется. Вы понимаете, что места есть, которые для торговли, есть остановка, есть еще какие-то другие. А почему тут Азербайджан? Это совсем другой разговор. Я не говорю, что вам нельзя. Можно, пожалуйста. В соответствии с действующим законодательством, нелегальная торговля влечет конфискацию имущества. В этот раз бабушки отделались предупреждением. Повторное наказание будет строже. Наказание за незаконную торговлю нам предполагает Кодекс об административной ответственности, это статья 14.16, и штрафные санкции от 500 до 2000 рублей. Но также для пенсионеров городского округа Мытищи на рынке СБ «Щит» есть бесплатные места. Обратившись в администрацию рынка, пенсионерам показывают, их выделяют, и там они могут совершенно безвозмездно осуществлять торговую деятельность. Чтобы избежать неприятных последствий, достаточно соблюдать несколько простых норм. Для получения бесплатного торгового места на рынке возле станции Мытищи звоните по номерам, которые указаны на экране. Сергей Берзин, Евгений Ощепков, Денис Корнев, Алина Сири, Первый Мытищинский.